были чайки. И ну, был котел, мы не успели подойти, чайки разлетелись, была тихая вода. Думаю, ну ладно, покидаю. Он работает, не трясись, все хорошо. Давай, Санечка, красавец. Сука, блядь! Злой мужик, блядь! Злой! Да! Братан! Друзья, всем привет! Мы находимся на набережной ТОВ. И сегодня открытие соревнований, как там называется, там соревнование Открытое море, но по-английски Open Sea 2022 с огромным просто лютейшим призовым фондом. Собралось 20 команд. Сегодня мы стартуем в 7 часов утра и до 6 мы будем ловить рыбу. Будет два зачета основных, это кто больше наловит рыбы по количеству или по весу. И будет номинация Big Fish, это за самую большую рыбу. Надеемся, что нам сегодня повезет, удача. Вернее, сразу удача. В двух номинациях. Сразу в двух номинациях, ну, конечно, хочется, но посмотрим, как это будет. Так что, еще раз повторюсь, мы на набережной ТОВ. Сейчас идет брифинг, проверка судов. И буквально через 40 минут начнутся гонки. Так что я надеюсь, что будет очень круто и интересно. Ну что, погнали на брифинг? Погнали. Ой, моя кепочка слетела. Everybody knows, oh no, everybody knows. Everybody knows, oh no, no, everybody knows. You can feel it in the air, air is coming. You can feel it in your bones. You can feel it in the air, air is coming. Everybody knows. Hits you like a freight train running. Whoa. Hits you like a freight train running. Hits you like a, hits you like a, hits you like a freight train running. You better run or it's crash, crash, crash. Don't you know your brakes are broken? You better jump or it's smash, smash, smash. Hits you like a freight train running. You better run or it's crash, crash, crash. Don't you know your brakes are broken? You better jump or it's smash, smash, smash. Не трясись, все хорошо. Давай, Санечка, красавец. Главное, подведи ее в борт. Помнишь, она может съебнуть. Под рулечкой нос разверни на него, пожалуйста, влево. Влево нос? Да, 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 да. Блять, ебаный, стой! Стой, 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 стой! Злой мужик, блядь! Злой! Да! Да, первая, братан! Да, вот это есть! Да,
Закончили мы нашу рыбалку. Надеемся, что вот этот ящик принесет нам победу, да, Сань? Постарались на славу. У нас была тактика, мы ее придерживались. Так что сейчас взвешивание покажет, кто у нас сегодня чемпион. И, возможно, даже у нас есть заявка на Kingfish. Поэтому идем на взвешивание. Давай! Да я умираю, блядь! Давайте, давайте будем смотреть. Держится? Семь килограмм 420 грамм. Сертификат на 300 тысяч рублей. Самая крупная рыба. 7 килограмм 420 грамм. Водник Мэри Фишер! Этот замечательный и супер трудовой день. Мы с Сашей, ну и до сих пор на самом деле не верю, мы выиграли номинацию Kingfish. Нам не хватило всего лишь 1 килограмма до третьего места, ну а второе, первое место там, конечно, комбалятники постарались. Но самое крутое, что мы с Сашей взяли лакедру на 7 килограмм 420 грамм. И это нам принесло офигительную победу. Блин, я не знаю, если... Ваня снимал, когда нам объявляли результаты, и когда мы узнали последнюю, когда взвесили последнюю рыбу, мы поняли, что мы выиграли, но это было круто. Наверное, две самые замечательные эмоции за весь день, это когда мы вытащили ее, когда зацепил, потому что зацепить рыбу, это не значит, что мы ее можем вытащить на борт. Но когда я ее завел в подсак, и я понял, что рыба на борту, но это было круто на самом деле. Это просто писк, я не знаю, это был взрыв эмоций. И еще один взрыв эмоций был, когда объявили, что мы выиграли Kingfish. Так что, ребята, спасибо, что вы смотрите нас. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Блин, пожалуйста, увидимся в море. Catch me when